Элита Арксплюй Продакшн представляет. Возможно, директор с каждым играл, типа один на один на кэрри, один на один на хардлейдер, всех победил. У нас есть тоже директор справа от меня, слева от Ярослава. Вот, он побеждает всех на миде, без читов, без смс, все честно. Вторая стадия банов начинается. Спасибо, что упомянул. Спасибо. Ну, немножко, да, немножко к пикам. А давайте перейти, факера игнорировать. Нельзя. Потому что он еще и плохо шутит. Я до сих пор не отошел, Иван, с того оскорбления, что мне сказали уйти пораньше. Давай, фак. Тут твой пик. Давай ты расскажешь об улице. Об улице? Об утке. Помнишь, когда мы шли, и да. Я американо-говорящей женщине пытался объяснить, что ее собачка любит факера. И как она отреагировала на это? Отреагировала она крайне не очень, потому что, да. И только потом стало известно, что факер, оказывается, на английском языке значит очень нелицеприятную фразу. Вообще-то он фейкер, типа. Факер не ну, да, да, да. В Америке, да, в Америке я фейкер. Фейкер. В России, да, я были факер. Случаи, когда мы с фейкер факером по жизни, факер по масти. С факером зашли в лифт, и я громко произнес его ник, а потом обдумал ситуацию. А потом на тебя посмотрел весь лифт. Ну да. И люди.